Start game edeyim. Recording. Bugün Assassin'den içerdiği günde bilmem 4 ya 5. Yetti Assassin's Creed. Sağ ol brat. Luna Sek. Hoş geldin. Welcome. Окей, buradan yedей. Обломки, сэр! Глядите! Луна, where are you from? Стреляться! Спустить все, кроме крови!
еще паруса отдать! Отдать Марселя и бомбрам селя! Нас несет на скалы! Врите все, Марселя! Aşağı, ahırıncıydı ya. İngiliz bayrağı astı. Yeah.
полковник. Похоже, от вас ничего не скроешь. Вы были в ужасном состоянии, когда вас нашли. Конечно, я не знал, кто вы. Но в чем дело, было понятно. Я велел Финниганам помочь. Их сын был в нашем ордене. Мастер Джонсон был вне себя. Да, я рисковал. Но верил, что ваши пути с братством разошлись. Полковник, манускрипт. Вы вернули его? Конечно, мастер Кормак. Ведь я доверяю вам. Манускрипт в надежных руках. Благодарю вас, сэр. Но так будет безопаснее. Джентльмены, Кисигава Аси хочет атаковать Олбани. Деревня Анейда в большой опасности. Французские отряды уже вторглись на наши земли. Попробую задержать французов и помочь Анейда. Я подготовлю Олбани. Если мы хотим победить Кисигава Аси, нужно будет помочь Анейда и решить проблему. Французами. Есть у нас древесина для укреплений? Очень мало. Капитану штурвала! Можно полюбопытствую? Знаешь ли ты слабые стороны Кисигава Аси? У него их нет. Он был купцом и разведчиком до того, как стал ассасином. Надеюсь, тебе повезет. Удача — это миф. Полковник может командовать армией. По крайней мере, ее часть. А этого мало. Нам нужна поддержка местных племен. Иначе с Кисигава Аси не справится. Упс. Ara gidemeliyiz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Быть начеку. You have my gratitude, sir. Как можно пробраться? Blessings on you, sir. Thank you.
Искать внимательно! Truly selfless. You there! Stop! I'll make short work of you! You there! Stop now! Time to die! Пока старуха не надо. Анейды не станут помогать. Морда. А я он ту. Let him think he's losing us. He'll surprise us soon enough. Hey! No mother. Thank you. Почтенная. Меня зовут Шей Патрик Кормак, и я ваш друг. Поистине так. Мои люди благодарны тебе, Шей Патрик Кормак. Пока ты меришь эту землю шагами, мы всегда будем рады тебе. Спасибо. Позволь мне отблагодарить тебя. Не согласишься ли пойти со мной? Меня зовут Аната. У нашего рода есть легенда. В ней говорится, как появилась земля, и как на нее пришло добро и зло. Дочь неба спустилась к нам и озарила мудростью. Следуй ее пути, и ты узнаешь историю нашего народа. А может, даже найдешь сокровище, спрятанное в этой пещере. Ведь ты истинный герой. Для меня это большая честь. Это большая честь и для нас, Шей Патрик Кормак. Прощай. Спасибо.
Захвати водички! Иду к дну! Спустись, Брамселя и бомбрамселя! Ты сам будешь все. Si on réussit à attirer les Français dans la ligne de mire de l'artillerie, elle n'en fera qu'une. Je crois qu'on peut l'emporter. Je le sens. C'est ça. Prévenir pour avoir couché. Blood. I tire of these endless skirmishes. Je t'ai en joue, mon mignon. Il ne t'aimera pas. Come on, men. Can't last forever. Come on, men. Just a little more. J'ignore si je verrai le jeu. He's dead in my sights. Such a victory requires more rations. Tonight, let us drink to a We vanquish those French dogs. Such a victory requires more rations. Such a victory requires more rations. Скоро сам был. Капитану штурвала! После этого освободим далее. Гроты по ветру! По местам, ловим вечер! Бомболела, бомболела. Нас сносит прямо на камни! Осторожней, капитан! Зал! Рамсиден.
I can lift. Left and right and все долой! Поймаем ветер! На всех парусах! Огонь! Они открыли! Да, да, бейте туда! Дэвид Джонсу! Клади водички! Sonra çatırsanız. Так. Обломки, сэр. Глядите. Погода не к черту, сэр. Боже, правый! Что произошло? Кессигавасе. Мы опоздали. Нет. Рядом Форт Фредерик. Его обороняет полковник. Выжили капитана! Вперед! Свободу гротам! За бортом добыча, сэр! Паруса! На всех парусах! Рифить все марселя! Береги корабль, Гист! Есть, капитан! Решал, да, раз. Выметайтесь! Это мой бой! Я не против! Олд! Come on over here! Мам, шар мне он дрался, он сам в запечатке едет. Stop! Let
Neyse ya. Yol kesmişiz. Reading is futile. You're on our territory, bird. Oh, okay, okay. Oh, shut up, son. You there! Stop! You shall perish! Abi şey de. Это все Кисигавасе, ведь так? Похоже, что так, но я его не видел. А манускрипт? Вы... Сохраните его. Отнесите на Морриган. Это приказ. Приказываете мне, полковнику? Я не в вашем отряде, полковник. Я займусь обороной, пока вы не вернетесь. Кисигавасе. Тамплиер! Умри! Let him get away. I mean... Думаешь, ты сможешь победить предателя? Тамплиер! Ты способный предатель, Кисигавасе. Зачем же ты так? А как? Ты теперь наш враг, и Ахиллес тебя найдет. Ахиллес не прав. Не тебе судить. Тамплиеры обречены. Ты обречен. Монро так вообще мертв. О чем ты? Лаем. Полковник направился к докам. За полковником гнался здоровяк с тупором. Гасите пламя, или тут все сгорит! Полковник, он там, внутри! Нет, внутри полковник. Стопенька,
You just happened to find this here. Манускрипт. Его забрал ассасин. Лайм. Я верну его. Я клянусь. Шей. Клянешься ли ты отстаивать принципы Ордена и бороться за его ценности? Клянусь. Никогда не выдавать наших тайн и не рассказывать о наших делах. Клянусь. С этого момента до самой смерти. Любой ценой. Клянусь. Тогда добро пожаловать в Орден. Теперь ты тамплиер, предвестник нового света. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Понимаешь теперь? Теперь ясно, откуда такой интерес к Шею Кормаку. Шей увидел мир таким, какой он есть. И только после этого выбрал свой путь. И уже очень скоро подобный выбор предстоит и тебе. Я не рассчитывала на такой успех, но вроде ты на верном пути. Пробиться к серверам внизу мы не можем, но есть еще один, рядом с кабинетом Мелани. Тебе туда. Скучно до чертиков. Но приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут. Я нам еще дома. Поднимись на 15 этаж. Быстрее. 15 этаж? Я не знаю, больше вроде. Ахран верен каунтлер для Тарас Лупте за ее все. Долбина, адам на рыбу.
зайти ко мне в офис. Нам надо поговорить. Şu böyle grafda yerler maraklı ya, şey görürsün. Ne var burada? Balvancık, нужен еще один сервер. Özün sen la balvancık. Balvanitsa. Знаешь, до меня в этом офисе работал Оливье Гарно. Он был моим предшественником на посту креативного директора Абстерго Entertainment. А Оцеберг — представитель нашей главной компании, Абстерго Industries. Он покажет тебе истинную историю мира, так же, как и мне. Оливье был добрым, способным и буквально жил своей работой. Но год назад он тоже узнал эту истину. Тело так и не нашли. Обычно мы даем людям больше времени, чтобы адаптироваться, но ты неплохо проявил себя, так что я даю тебе доступ Абстерго второго уровня. На этих серверах новые фрагменты памяти Шея. Ungarya ama yaşlıydı, verirseniz ver yaydı. Arada bura. İngiltere'di. Great Britain. Ну, ты немало сделал, но это еще не все. Иди к серверам. Заскинь сала. Это вообще бедомо. Ух ты. Значит, бля. Между хаким. Франсуа Макандаль спас Батиста от рабства и ввел его в так называемое братство. Макандаль был жестоким наставником. Одержимый идеей освобождения рабов, он нарушил свою клятву, убивая знать. Обычно ассасины благородны в своих заблуждениях. Макандаль был не из таких. По дальновидному совету Мадлен де Лиль, тамплиеры, в назидание прочим, публично казнили Макандаля в 1758 году. Его жалкое подобие братства быстро развалилось. Когда его друг детства Агате сбежал в Луизиану, Батист понял бессмысленность пребывания в братстве Макандаля. Мадлен увидела потенциал Батиста и приказала тамплиерам заключить с ним сделку. Она гарантировала Батисту членство в ордене, если тот выманит Агате и убьет его. Батист был убит ассасином Авелиной де Гранпре. Но его путь наглядно показывает превосходство идеалов тамплиеров над терроризмом ассасинов. Анимус тебя ждет. Давай поживей.
Binip çapıllar hemen diye. Oraya git, buraya git. Onu öyle, bunu öyle. Sivel orada oturuyor. Aa yok yerinde. Gitti. Bu kamutur boş olabilir. Юнона, порождение первой цивилизации, появилась в Нью-Йоркском храме в декабре 2012-го. Она не имеет материальной формы и существует в цифровом виде в облаке Абстерго. Для достижения своих целей она использует два типа людей. Первый — это некая сущность-предтеч, которая вселяется в случайных людей. Их принято называть мудрецами. Юнона также управляет группой людей, известной как инструменты первой воли. Они считают, что цель человечества — в служении первой цивилизации. Первая воля стала для Абстерго простым способом сбора частиц Эдема и других артефактов. Но полагаю, что верно и обратное мнение. С помощью наших ресурсов они ищут предметы для собственных целей. Им нельзя доверять. Пока мы можем лишь следить за ними. Чем и занимается Дакоста. Не знаю, чего хочет Юнона. Однажды она пыталась вселиться в человеческое тело, но, похоже, в нематериальной форме ее сила больше. Агент Дакоста опасается, что если человечество когда-либо станет одним целым с машинами, Юнону будет не остановить. Как ни странно, именно Абстерго двигает нашу цивилизацию в этом направлении. Все идет гладко, болванчик. Готов еще один фрагмент воспоминаний Шея. Почти на месте. Помни, что твоя работа очень ценна, даже если это сложно понять. Вообще, да? Бир. А, смешно. Такс, демали бля. Так, надо врачи да не яр. Опа. Как и Хейтам Кенуэй, Дэниел Кросс произошел из рода ассасинов. Два поколения семьи Орловых служили братству. Наркозависимость Дэниела и психоз от злоупотреблений анимусом не умаляет его достижений во славу Ордена. По настоянию Уоррена Видика, он был внедрен в братство, заручился его доверием и встретился с наставником. Под влиянием подсознательной программы он убил наставника и начал первую великую чистку нашего времени.
Аль-Муалим. Харас. Валис Эльтрадат. Батист. Дункан Уолпол. Хейтам Кенуэй. Люси Стилман. Дэниел Кросс. Вот лишь несколько ярких примеров того, что я всегда чувствовал. Всегда найдутся ассасины, готовые отречься от братьев и служить нам. Но лучше всего эту истину воплотил в себе Шей Кормак. И ассасинам пора принять этот болезненный факт. Да. Gelir. Geç. Para var, bana şey yapıyor. Var. Okey. Oh yeah, she's in varan bed snake. Моя чаевца. Не желаете объяснить, что произошло в Париже? Гэвин Бэнкс с командой ассасинов уничтожил вашу лабораторию. Эта лаборатория была полностью засекречена. Как они ее нашли? Бэнкс связан с Шоном Гастингсом и Ребеккой Крейн. А они, в свою очередь, уже проникали в Абстерго. К тому же, это не простой боец ассасинов. Он использует данные. Они нашли способ подключиться к серверам Хеликс. Ничто больше не засекречено. В этом месте занимались изучением мудреца, которого мы нашли в том году в Монреале. Если бы я знал об этой лаборатории, группа Сигма могла бы ее защитить. Был ли контакт с группой Бэнкса? С Соркиным мы следили за ним от Парижа до Ля-Рошель. Там их ждал корабль. Мы вступили в бой, но их было больше. Соркина зарезал ассасин. Насколько мы знаем, ее зовут Галина Воронина. И вы дали ему уйти. Послушайте, я учился убивать ассасинов, но вы распустили мою группу и отправили на другой конец земли, черт знает зачем. Я предупреждал, что так будет. Знаете что? Возможно, я просчиталась. Я даю вам разрешение собрать группу Сигма. Мне нужна Дакоста. Невозможно. Она все еще в Монреале. Неприемлемо. Я извинилась, Берг, но поймите, это уже слишком. Главное сейчас искать новых мудрецов. Альваро Грамматика говорит, у Мелани Лемей есть какие-то неплохие зацепки в Монреале. Когда Дакоста освободится? Она опережает расписание работы над системами безопасности, но Хеликс не дает покоя ассасинам, эрудита и даже существам первой цивилизации. Так что было несколько накладок. Здание охраняется? Да, охрана там есть. Пошлите меня. О, мне казалось, такие простые задания вам не интересны? Мне в команде нужна Дакоста. Если здание под ударом, я должен знать, что охрана надежная. Я усилю защиту своими методами. Ну что ж, начну готовить необходимые документы. Вы, как и Дакоста, консультант Абстерго Индастрис. Помогаете им приспособиться к новым правилам и протоколам. Да, в Париж стоит направить больше агентов. Мне кажется, там еще скрываются ассасины. Скучно до чертиков. Но приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут. Bu yerde bir daha manalı bir şey koymuyorlar ya, o sağlar boş yer özellikleri. Hmm. Atak? Нет? Почему нет? Так, блин, почему не работает? Ну, здесь что-то окей. Ну, ты хоть поиграл? Thank you.
символов. Ух ты. Açıldı. Demeli bunu ya, buna hiç oynam ya. Bundan geçemem. Учитывая предмет исследования, я навел справки об ассасинах, которые невольно помогли делу Ордена. Первый — это Клей Кочмарок. Он проник в анимус Уоррена Видика в Риме и стал объектом номер 16. История предков Кочмарока помогла Видику выйти на ассасина времен Ренессанса, Эцио Аудиторе. Терзаемый чувством вины, объект покончил с собой. Но, возможно, Кочмарок может пригодиться нам еще раз. В анимусе объект 16 контактировал с порождением первой цивилизации, Юноной. Детальное изучение его сессии поможет нам справиться с угрозой, которую представляет Юнона. Видику понадобилась замена для объекта 16. Дезмонд Майлз, беглый ассасин, был захвачен в сентябре 2012-го. И стал объектом 17. Он помогал в поисках яблока Эдема. Ему удалось сбежать и узнать о вспышке на солнце, аналогичной той, что стерла с лица Земли первую цивилизацию 75 тысяч лет назад. Дезмонд Майлз восстановил храм первой цивилизации в Нью-Йорке. И таким образом спас мир, пожертвовав собой. Его тело забрали в Абстерго. Тело Дезмонда Майлса стало образцом 17, а его бесценная генетическая информация была загружена на сервера Абстерго. Мы должны и дальше заставлять ассасинов работать на нас. До смерти или после нее.
Время 4.26, 13 декабря 2012 года. Отчет об операции группы «Сигма» в Каире. Отчет принимают Ктибор Хасик, психиатр, уровень допуска 7, и начальник оперотдела Летиция Ингланд, уровень допуска 9. Ваше полное имя и звание? Юхани Отсуберг, личный номер ОП1148506Б, мастер-тамплиер. Как вы оцениваете результаты задания в Каире, мастер Берг? Я бы сказал, что это успех. Новая группа «Сигма» действовала блестяще. Не слишком ли оптимистично? Уильям Майлз был задержан. Артефакт первой цивилизации получен. Оба объекта переданы Уоррену Видику. Могу я узнать вашу оценку? Мы довольны результатом, но отнюдь не методами, которые вы использовали. Вот как? И почему же? Вы отошли от плана. Вы должны были задержать объект в аэропорту, а не в музее. Покидая самолет, объект прикинулся экскурсоводом при группе учеников старшей школы. Член группы «Сигма» сообщил нам, что вы тут же отменили операцию. Отрицать не буду, но скажите, кто меня сдал? Этого я не скажу. Неважно, я сам это выясню. Но вернемся к делу. Объект умен, но действовал он неаккуратно. Поясните. Он владеет техниками противодействия наблюдению, но применяет их неэффективно. Его с самого детства обучали искусству ассасинов. Я знаю об этом. Но он много лет не участвовал в полевых операциях. Раз решил ехать сам, значит, это было очень важно. Сейчас он уже не боец. Скорее, кукловод. А кто же вы? Хищник. Хищник, который ослушался приказа из-за каких-то школьниц. Предпочитаю выжидать подходящий момент для атаки. Я строго следовал приказам на задании во Флоренции. И это кончилось плохо. Дело в этом? А может, дети просто напомнили вам вашу дочь? Личная жизнь не влияет на мою работу. Ваша дочь очень быстро поправляется. Надеюсь, ее здоровье и дальше будет. Не начинайте. Прошу прощения. Ваш шантаж безвкусен и к тому же совершенно излишен. Поясните. Препараты Абстерго дали моей дочери возможность жить без боли. А я, наконец, нашел свое призвание. И потому мы ждем от вас повиновения. Вы можете ждать от меня верности. Эти дети поставили под угрозу успех операции. Вот и все. У нас уже есть один неуправляемый мастер-тамплиер. И мне совсем не нравится мысль завести еще одного. При всем уважении к мастеру Кроссу, он одарен, но невменяем. Мы не хотели вас оскорбить, но после гибели вашей группы во Флоренции мы приглядываем за вами. Все цели задания выполнены, причем без кровопролития. У меня лишь один вопрос. Являюсь я лидером группы «Сигма» или нет? Как вы и сказали, результат безупречен. Тогда, полагаю, наша встреча окончена. Разрешите идти? У вас что, есть более важные дела? Я собираюсь найти того, кто меня сдал. Я не потерплю нарушений субординации. Закончим на этом. Время 4.34. Отчет завершен. Запись направлена Алану Рикину. Куда ищете? А, мастер Гейлин. Извините, проход запрещен. Скучно, да чертиков. Но конечно. Приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут. Черт-то, видимо, сам переказан. Речь. Башка взорвёт тебя, я. Хеликс пока работает, но, похоже, перебои будут возникать Речки. Еще не раз.
Черт! Что опять? Опять сбой. Как и в тот раз. Шея вернулся в Нотр-Дам. Надеюсь, хоть в этот раз получится. Ага. Шея сейчас в Париже. Могу год назвать. 1776. В это время Франклин был американским послом во Франции. Дамы и господа, мистер Отсеберг. Опытный убийца и историк-любитель. Дело. Нам делить нечего. Ты, обезьяна, провать. Вот это да! Сколько лет прошло? О, я забываюсь. Спасибо, друг мой. Но как вы здесь оказались? Простите меня, сэр, но на разговоры нет времени. Вы в опасности. Да, я... Мне надо вернуться к семье. Спасибо, Шей. Я на минуту. Хочу проверить, в порядке ли родные. Franklin'i öldürmeyi silerken. Это удалось. Похоже, удача на вашей стороне. Удача — это миф, мастер Франклин. Полагаю, вы согласны?
Да, да, мой добрый друг. Но без вашей помощи я бы... Словом, спасибо вам, Шей. Могу я вам чем-то помочь? Отплатить за вашу доброту? Вообще-то да. Мне нужно повидать делового партнера. Я слышал, через 2 дня он будет в Версальском дворце. А в Королевский дворец просто так не попасть. Что ж, посмотрю, что можно сделать. Это все, что мы пока можем. Мы наугад роемся в банке памяти, и поэтому система падает. И что ты предлагаешь? Если мы продолжим изучать жизнь Шея в колониях, то лучше обработаем и парижские воспоминания. Хорошо. Держи меня в курсе. Загружаю следующие воспоминания. Шей Кормак, говорят, вы новый знаток Ордена по наследию предтеч. Я не эксперт, сэр. Я лишь видел, что ассасины могут сделать с этими святынями. Я долгие годы изучал наследие предтеч. Расскажите, что видели. Я знаю, что и ассасины, и тамплиеры ищут частицы Эдема. Это мощное оружие. Яблоки, управляющие разумом, но здесь другое. Мы нашли не яблоко, а яблоню. Эти храмы держат землю, как корни. Потревожь их, и Гаити исчезнет, или... Лиссабон. Или любое другое место из манускрипта. И ассасинам совершенно нет дела до этого? Да. И если их не остановить, они продолжат уничтожать города. Ясно. По нашим данным, ассасины сейчас рядом с Луисбургом. Мы встретимся с офицером флота Джеймсом Куком. Он недавно получил назначение стратегической важности. Карта у Гиста. Хорошо. Я скоро отбуду. Полковник Монро высоко оценил вас, Шей. Он считал, вы можете стать лучшим из нас. Я надеюсь, вы не подведете. И не собираюсь, сэр. Bir gün boyunlarım, ben siyareti olan da Assassin's Creed'lerine gidemiyorum. Tampleri oynamak da değil, ben hiç maralı değil Tampleri oynamak. Гист, почему великому магистру так интересен капитан Кук? Ну, он весьма... Bugün niye bu kadar besteyim? Növbəti gün davam edərik.